Около 9 утра во вторник произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улицы Генерала Белова и Торфяного переулка. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и КамАЗ. По предварительной информации, водитель иномарки, выезжая со второстепенной дороги, не заметил двигавшийся по главной грузовик и не предоставил преимущества в движении. В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась пассажир Volkswagen, женщина 1962 года рождения. Водитель с подозрением на ушиб доставлен в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.